Здравствуйте, с вами Территория ТВ. И сейчас мы узнаем, что о нас думают наши гости. Отдохнуть нравится вам у нас? Очень. Нравится вам у нас? Да. Очень. Спасибо. Конечно, нравится. И как вам нравится пока что, как все проходит? Не расслышал. Нравится пока, как все проходит? Очень ужасно, скучно, жарко, полное фуфло. Думаю уходить. К нам еще придете когда-нибудь? Никогда в жизни. Классно, приятного вечера, до свидания. Спасибо. Отцвели уж давно. Хризы, смотри, когда уходит быстро. А сейчас мы поговорим с Дмитрием. Наблюдаю. Вы любите читать, Елена? А? Вы любите читать, Лена? Да, люблю. Надо как-то так читать, чтобы люди могли в туалет проходить. Да, желательно. Мы еще хочется. Мы по-прежнему в территории. Ну что же, а мы с удовольствием беседуем. Нет, не надо, один раз надо говорить только. Перемотка. Некий. Нравятся шляпы, всегда любил головные уборы. Кто есть друг? Лучший друг – собака. Ну, у меня была собака раньше, Гаврюша звали ее. Так, мило, Гаврюша. Не, ну, конечно, лучший друг – это моя любимая девушка. На все видно, всех видно. Алина, он наполнил. Все лобать, все хорошо. Ой, он горит, горит. С Патриком в том числе. Патрик, скажите мне, пожалуйста, уже можете переводить. Скажите. Нет. Чего умею показывать китенка? Сегодня лед в территории, ой, и кто-то упал. Скажите, а что вы поете в душе? Веселые песни. Одна из них. Не могу так сразу сказать вообще, просто они каждый раз разные, я не запоминаю их. Давайте вы одну напоете, я вам подпою. Представим, что мы вместе в душе. Блин, сложно представить, тут душно очень. Сейчас я сконцентрируюсь. Ситуация. Let's come together right now. Oh yeah. It's a little bit... Я просто, можно просто так вот. Let's come together. Right now. Вы подпеваете, да. В черно-черно... В черном-черном городе, в черно-красной территории отдыхают бледные люди. Бледные люди. В черном-черном городе, в черной... В черном-черном городе. Да что такое? Ребят, вы живете вместе? Нет. Зачем я это спросил? Ответь сам, пожалуйста, на этот вопрос. Вот я сам думаю. Там никакое настроение. А пока Сергей докурит, я расскажу веселый анекдот. В принципе, я и есть этот анекдот. Подожди, не Мы сейчас за стойкой, рядом со мной шеф-бармен территории Андрей. Андрей, секс-символ прямо здесь, в этом месте, производит неизгладимое впечатление на очаровательных барышень и готовит феерические коктейли. Андрей, какой коктейль самый популярный здесь сейчас этим вечером? Мохито. Мохито, очень много мохито, очень много мохито. Порядка 50 порций уже прошло. Около 50 порций? Только за сегодня. Только за сегодня около 50 порций мохито. Андрей... Да-да, Аленочка, да, только за сегодня. Работа полным ходом, даже не обращай внимания на самом деле. Андрей, скажи, пожалуйста, какой коктейль ты порекомендуешь всем этим прекрасным барышням, которые ждут прекрасного напитка из твоих рук? Может быть, они не пробовали что-то новое? Мохито. Ребята, здравствуйте. Мы хотели задать вам пару вопросов. Это Территория ТВ. Это наш любимый диджей Морей. А это наш любимый диджей... Ну, представь. А он не знает, как меня зовут. Я не знаю, кто я на самом деле. Ой-ой-ой. Сейчас мы тебя натянем. Так, ты тут... А, ножку мне проверните туда.
Ну и побрился. Ну куда? Что вы делаете? Аня, налево! Налево! Родите, скажите, а как вы относитесь к поцелуям в засос? Видимо, не светит. Спасибо, друзья. Друзья мои, приходите в территорию, пробуйте штрудели, и у нас все будет хорошо.